Так, Сен-Тюнель. Знаменитый трамвайчик. Он открытый. Всем привет! Из Стамбула! Привет! Мы сейчас на такси находимся. И смотрим, куда мы идем дальше. А мы хотим еще попасть на Галатскую башню. Но совместить и такси, и Галату — это расстояние примерно около 4 километров. Так ведь? Что для нас 4 километра? 2 километра? Совсем ничего. Мы проходим каждый день по 12-15 километров. Ходить пешком я люблю. И так получается быстрее. Хорошо. Кстати, будете в Стамбуле, или вы обязательно купите местную сим-карту для того, чтобы не заблудиться. Куда мы сейчас идем? Трамвай, фуникулер, метро. Мы едем в такси. Через 5 минут будем. Достаем нашу карточку. Видите, всего лишь один вагон. Да, всего лишь один вагон здесь. Да, и под наклоном, кстати, мы вот. Фуникулёр, мы сейчас вот так под землёй идём. Мы тронулись. Едем медленно. Приехали. Такси. Эта линия всего лишь в одну станцию. Как выглядит фуникулер? Вот это баль. Машинист, он автоматически управляет этой будки. Такси. Это еще одна популярная улица у туристов. И мы тоже идем сюда. Народа много. Мы вышли на площади такси. Подъем сюда на машине заезжать. И мы вышли на такси. Я поверну сейчас. Вы видите, там не просто много людей, там море людей. А мы на таксиме. Вот площадь такси. И Истикляль Джадаси. Здесь очень красиво, когда включается подсветка. Мои мальчики. Да, мы ходим, держимся за руки, чтоб не потеряться. Я вон с Аней держусь. У нас есть еще телефоны, если что, позвонить же можем друг другу. Здесь много магазинов. У нее есть пола. А здесь ходит знаменитый трамвай. Символ Стамбула. Так, Сен-Тюнель. Знаменитый трамвайчик. Он открытый. Дизель, Коллинз, Манго, H&M. Крокодили, Коттон, Вахики, Мави. Все магазины на этой улице.
Мы спускаемся вниз с Таксима. Нам идти очень легко. А кто идет в обратную сторону, они уже вздыхают тяжело, потому что вверх подниматься сложнее. Католический собор. Когда время она открыта? В середине недели с 8 утра до 19:30, в воскресенье с 9 утра, а по вторникам с 7 утра. Войти внутрь можно, безо всяких ограничений. Что будут помнить мои дети из Стамбула? Как мы ходили вверх-вниз, вверх-вниз. Мы приближаемся к Галатской башне. Здесь очень много людей. Приводят сюда экскурсии. Здесь же и кафе. Столики выставлены на улице. год. До сих пор стоит она. Можно подняться на самый верх. Вот есть смотровая площадка. Андрюша уже строит новый маршрут, куда мы пойдем дальше. Благодаря ему мы смогли столько всего увидеть. И вы тоже вместе с нами. Он тоже снимает видео, но не так много, как я. Я хожу, снимаю все подряд. Потом из этого у нас получится интересное видео на канал. Да, вот мы эту башню наблюдали несколько дней. И наконец-то мы смогли до нее дойти. Потрогать ее нельзя, она огорожена. Но подойти ближе можно. Пойдем. Музейная карта 60 лир, а просто билет сюда стоит на Галатскую башню 650 лир. Сейчас заплачу. У меня есть музейная карта. Я могу туда подняться, но вот это огромная очередь. У нас нет столько времени стоять. Все, я нашла новый повод приехать в Стамбул. В следующий раз вот встать в эту очередь и все-таки подняться наверх на Галатскую башню. Сегодня мы не успеваем, не хватает времени, потому что у наши планы еще двигаемся дальше по городу. Есть еще одно важное место. Во всех туристических буклетах оно упоминается, и куда мы тоже еще не успели попасть. Потом мы подведем итоги. Были ли мы во всех туристических местах, везде ли мы поставили зеленую галочку. Ну вот здесь мы ее увидели. А поднимусь я в следующий раз. Вот такие дела. Мы сели в трамвай для того, чтобы переехать через мост. Хотя можно было еще пройтись пешком 2 километра. Но мы едем на трамвае. Мы подустали. И у нас впереди еще одна достопримечательность. И будем
будет последняя галочка зелененькая в нашем путешествии. Но у нас еще в запасе есть время, еще есть день, и мы будем гулять в других местах. Продолжайте смотреть наш канал, куда мы едем, я сейчас вам тоже покажу. Что мы там будем видеть? Подробно снимет Андрей. У меня телефон уже все, видите, закончился наш заряд. Обозрениться было негде. Это просто грандиозное сооружение. Поражает своими масштабами. Запасы пресной воды. Наша ночная прогулка по Стамбулу. Проходим рядом со стадионом Бешикташ. Пробки. Это тоже достопримечательность Стамбула. Дворец Долмабахче. Красивая архитектура. В Турции есть Министерство дворцов. Что-то здесь огородили. Да чего же красиво! Именно вечером хотели сюда прийти, посмотреть подсветкой. Там огромная стена, и мы все идем вдоль нее. Я думаю, мы обратно на автобусе подъедем. Найдем какой-нибудь транспорт, это точно. Музей изобразительных искусств. Пытаются в него попасть. Еще одна картинная галерея. Музей моря. Все сворачивают сюда, и мы тоже. Очень популярное место. Пошли. Народ здесь встречается, сидят на пушках сверху, на этих орудиях, вот. Еще один причал тут. Смотри, здесь еще один причал. Где же приходят? Смотри, университет Бау, это частный университет. Бахчишхир университет. А там написано еще Мимар, Синан, Гюзель, Санатлар, университет. Да, я думал, что это ближе к Галате будет. У них галатский кампус же есть. Угу. А это другое, видимо. Это вот этот кампус, который, кстати, у них есть своя вот кафетерия. Прямо вот здесь. Представляете, как здесь? Я вот представляю, как они сидят, ноги свесили вниз, чуть что, и ты внизу. И ты в воде.
да? И это тоже здесь есть в Стамбуле. Люди без определенного места жительства. А мы сходили в популярное у молодежи место и не поняли, почему они так туда все торопятся. Ничего особенного не увидели. Идем в обратную сторону. Меди, кокоречь. Что еще продают ночью? И много народа. Гулять совсем не страшно, вы не думаете. Красиво. И указатели. Мачка, таксим налево, не шанташи налево. И здесь тусовочная улица. Все кафе выносят столики наружу. И много народа. А вымощено здесь все кирпичом. Да, вот такие улицы с крутым подъемом и с таким же крутым спуском. Все, мы в клуб, пока. Да, барная стойка прямо на улице. Где тусит молодежь? Бешикташ, гимнастик, клуб. Фотографии с Ататюрком. И вот здесь их много, они на этом заборе висят с подсветкой. Да, мы обратно вернулись к Долма-Бахче, к дворцу. Да. Мустафа Кемаль Паша Яша. Это слова теперь известной песни. Живи, Мустафа Кемаль, живи. На трамвай. Вы увидели, что он идет мимо остановки, которая нам нужна. Мы с одного трамвая пересядем на второй трамвай. Когда мы доедем. Проезжаем Султан Ахмед. Установка здесь. Мы здесь уже тоже были. Мы вообще пешком уже много где прошли. Султан Ахмед, ну вас.
А самые яркие магазины – это со сладостями. Они прям заманивают. Зайди сюда. Пришли мы в наш отель, Лионель. Приехали мы сегодня на трамвае. Он, оказывается, еще ближе проходит, чем метро.